А, ну они простенькие совсем. Они совсем простенькие, гляньте. Блин. Ой-ой-ой-ой, что там за мутант такой отваливает? Ой-ой-ой-ой, какой-то бюрер интересный, да? Смотрите, электрические заряды. Так, дай-ка я подпитаюсь. Какие-то он, так сказать, магнетические в нашу сторону направляет. Ну, да? Модифицированный бюророк или кто там, короче говоря, какой-то мутант. Сейчас будем пробиваться. Вот так вот не просто снять, видимо, артефакт для кругляша, блин. Так, как же мне тебя свалить-то, а? Во-первых, его надо вычислить вначале. А я в наглую сейчас. Опа. Блин, да жопа там какая. Добрый вечер, дорогие друзья, подписчики, зрители канала. Ну, я так и знал, что нас ждет теплый прием в лаборатории. Продолжаем двигать ОП. В общем и целом, в принципе, чего и следовало ожидать. Опять, наверное, куча контролеров в виде бабки. Блин. В прошлой серии, вы помните, неплохо мы зачистили на поверхности территорию. Сняли артефакт для кругляша, да, там интересный. Так сказать, где он тут у нас? Это что, армейская радиостанцию я забрал, да? Вспоминаем, в общем и целом, где? Вот он, изумрудная кровь камнем. Но это для кругляша. Сейчас попробуем. Так, надо, наверное, все-таки поставить дробовичок, в руки взять. Будем отстреливать. Сюда зачем мы пришли? Во-первых, сейсмокарты заберем. Во-вторых, для сахара там какие-то записки он просил или что? Раз мы уже здесь рядом, да, почему бы не забрать? Записочки какие-то там ему нужны. Заберем, да? Но там внизу уже, как обычно, нас ждут, блин. Бабуська ошалевшая, заделанная под контролера, наверное, да? Отсюда, вот я помню, их отстреливал, блин. Да, она, они уже там бродят. У меня снежок имеется, сейчас будем вычислять. То есть вытянем, также в Да, в прошлые разы мы достаточно уверенно уничтожили с пару гранаток, да, вроде как. Всю это, всю эту... Так сказать, нечисть положили мне. Вон оно, нога. Гранатка мудрости держал от Трофима. Вот и все, и нет его, блин. Стопудово там снежок мощный. Я, ну, как бы проверенная гранатка нами уже, да? И поэтому я думаю, она его угомонить должна. Так, отличненько. Что нам надо? Это что? Блокнот стукача. Так, а что нам надо? Что нам надо? Ага. Да не, я пострелял, что я будь... А, вот. Перекусить хотел. Так, все, отлично, спускаемся. Уговорил я этого контрасосика. Аккуратненько с гранатки, я так понял, да? Блин, уговорил, но там... Он, похоже, это бабуся, блин, это не контрасосик был, да? Часть зомбированных уговорил, но там еще имеются. У нас все, больше нет этих гранат. Да, одна всего была. Одну же мы использовали с вами на этом, да? А, как его? Одну использовали мы с вами против мутантов, против бабуси на поверхности. Так, ну надо отходить сейчас. Сейчас давайте, наверное, отойдем, блин. Потому что в таком состоянии, конечно, я туда не полезу. 10 минут вздремнем. Так, ну эту заставку мы наблюдали уже много раз, поэтому пропускаем. Выпью водички. И не знаю даже, как мы будем выкручиваться с вами. А, они... Ой-ой-ой, как вас много, а? Там и таких мутантов хватает. Так, ну, надо бы их как-то скомпоновать в кучу, что ли, блин. Ну, ползи, ползи сюда, блин. Видите, да? Там каких только мутантов... Во-во-во-во-во, красава! Давай, гранатка счастья, блин. Держал. Приятель, отойдем. Так, посмотрим, как сработало. Ну, им по барабану, я смотрю, эту гранатка счастья. Как ползали, так и ползают. Вот она, бабуся мне.
Вот эту бабусю надо срочно класть. Они по новой, видишь, появились здесь. Ой-ой-ой-ой-ой. Все, положил бабусю, блин. Так, ну-ка давай-ка подымемся наверх. Сработал, да? Ага, ну а этих будем отстреливать. Самое главное, чтобы, да, этот, типа, зашифрованный контролер у нас с вами. Блин, да. Ты потише, потише. Отсюда сейчас будем шмалять. Все, отлично, бабуську положили. Берем дробовичок счастья. И этот. Работаем. Вон там снорки. Так, сохранюсь я после этой всей шантропы. Замечательно. Сохранили. Ну, дочищаем. Кто там еще? Контролеры. Вон этот. Полтергейсты, блин. Дочищаем. У меня пушегранату уже. Отлично работает наш дробовичок с вами. Удачная находка, да? Ну, не находка, где мы там его получили, по-моему. Блин, еще один, что ли? Или бюрер это? Это бюрер, на бюрера уже похож. Ну, давай, бюрера я быстро уработаю. А, блин! Так, тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Дай-ка я сюда забегу, ну его нафиг, блин. Там помимо бюрера еще полтергейст этот, электро. По-моему, да? А, успел я его отстрелять, ну отлично. То есть вся та же нечисть появилась, то есть которую мы уже отстреливали в прошлые разы. А это что у меня? Обрез для ружья Браунинг. А, это я, как там, Манька Ошпаренная. Помните в прошлой серии, там Манька Зажмурница мне и Манька Чудесница. Тоже вышли в зону за артефактом, но их опередил Трофим. Поэтому снимаем, срезаем глазок. Аккуратно ручку у бабуси, блин. И двигаем дальше. Ищем документы. Сейсмокарты здесь у нас где-то лежат. Ох ты! Рука бюрера ошпаренного. Рука бюрера приобрела ряд свойств. Посмотрите какой, да? Но это первые бюреры. Конечно, неудачно. Неудачно его тут изобразили. Но, в принципе, сойдет для кучи. Так, ну хорошо, первым делом забираем, что мы забираем. Так, или здесь где сейсмокарты-то? А, у меня сейсмокарты в X18, по-моему, да, еще. Так, подожди, давайте-ка посмотрим по заданиям, чтобы не освежить в памяти. Лечить людей, адреналина, это не то все. Так... Где у нас сейсмокарты? Разве не здесь? Вот, найти дипломат в X16, мать его. Фанат говорит, дипломат с геологической местной карты янтаря. Так он здесь же должен быть. Или тут как обычно, все перепрятали. Все-таки ОП-2, скорее всего, так и есть. Все перепрятали. Соответственно, попробую сейчас его найти. У нас же он, чемоданчик, в аккурат был припаркован вот здесь. Вот, да, где там? Да, но его сейчас я не наблюдаю. В этой сборочке надо внимательно все осмотреть, чтобы, так сказать, это. Блин, я застрял. Не наблюдается дипломатика никакого. Это меня очень не радует. Значит, его куда-то перепрятали. Ладно, будем искать вслепую тогда. То есть намеренно я не знаю, там не смотрел ни у кого, где этот дипломат лежит. Будем искать тогда. Хорошо. Может, он тут где-нибудь валяется рядом с мутантами. Тут же этот, как бы... Ну-ка. Нечисти немерено. Может, какой-нибудь бюрер его зашвырнул, да? Куда подальше. Ладно, погнали, заберем для Сахарова. А потом будем искать сейсмокарты янтаря. Мутантов, я думаю, нам уже не повстречаются здесь. А? Как вы думаете? По идее, не должно больше быть мутантов, блин. И будем перемещаться на... Ой! Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Ай-яй-яй! Ай-яй-яй! Ой-ой-ой! Ай-яй-яй! Ай-яй-яй! Ой-ой-ой!
Так, как я себя чувствую? Ну, я ему тоже прилично засандалил. Сидит такой там, бороду чешет, да. Присел, отдыхает на отдыхе. Ах ты чудило такое. Сейчас с тобой поговорит мой, хотел сказать, Ремингтон. Но у нас не Ремингтон, у нас Хантер, не хуже. Ох ты, их там двое, братва. Стоять боятся, блин, тихо. Но они мощные, я помню, они здесь мощные. Эти контрасосики. Так, он у меня выбил стволик. Стволик наш. Вон он. Тихо. Сюда, сюда, обратно прячемся. Еще одну аптечку скушаем. Будем ждать. Гранат у нас нету, да? Что-то там бормочет еще. У меня, кстати, антизомбин есть. Ну, этот антидот против влияния пси. Ну, я думаю, мы и так сейчас справимся. Так, ну. Доставай стволик. И работаем дальше. А, не отвалили уже, туда пошли, да? Ладно. Дай-ка я здесь сохраню игру. Мало ли, блин, там может их целое стадо этих контрасосов, блин. Так, отличненько. Сделали сохраночку. Давайте потихонечку, наверное, работать прям в штурмовую. Блин, конечно, это зря я делал. Вот он. Отлично, одного положил. Ой-ой-ой, прилетело там второй бродяга. Попереждем. Прилетело, видели, да? Тоже мощный кровососик. Не так-то просто в очередной раз нам снять эти документы. Так сказать, да? Где он там, блин? Вот он. Тихо. Он защиту еще ставит, а падла такая. Ну ничего, сейчас сработаем. Надо его выцеплять в тот момент, когда он там начинает носиться, да? И тогда в аккурат приложим. Вот он. Тихо. Стоять. Нормально, сейчас сработаем. Блин, еще и зомбированных тут не хватало. На зомбированных у меня отдельный, для вас отдельный разговор. Где он там, блин? Так, подожди, дай-ка мне. Я чуть не вижу нифига. Так вот, сделаем, блин, где он там? Вот он, скотина! Слыхали, да? Вот тебе и скотина, блин. Вот он, блин, бегает, бегает. Блин, нифига его не убить. Неубиваемый контрасосик. Вот он. Вот он когда носится, его в аккурат приложить можно. Да дохни ты уже, а. ПБшный, ПБшный патрон, блин. Все, завалил? Завалил, отлично. Нормально, справились. Так, ну а этих сволочей будем работать с монтировочки. Так, двое их или там еще есть? Слышь, бродяга, блин. Держал тебе презент от Трофима. А, ну. Ладно. Бабуся, не шелести. Так, как я там себя чувствую? Дай-ка еще одну аптечку. Все, отлично, ищем этот. Что нам тут? Документы для Сахарыча. Документы для Сахарова. И этот, да, еще с вами надо найти. Сейсмокарты я так и не нашел. Тут, видимо, новое место, блин. Перепрятали они. Так что будем сейчас искать. Дай-ка я, наверное, я не знаю, водички, что ли, выпить, блин. Глоток живой воды, так сказать. Сейчас посмотрим. Так, нет, ты, наверное, ствол в руки возьми все-таки. Мало ли, что там у нас ждет впереди еще. Помимо этих контролеров, еще может кто там на выходе. Правильно, может быть. Так, пробежимся, наверное. Надо все внимательно вот было мне осматривать, как здесь, да, мало ли, может они или внизу там эти сейсмокарты. Я имею в виду, блядь. Стоять, не двигаться, как тебя еще не хватало. Так, глянем, тут ничего для нас ценного.
Тишина, да? Ну, записки, я так думаю, дальше. Не записки или как там? Схемы какие-то нужны Сахарову. Документы, я думаю, дальше мы возьмем. А вот сейсмокарты Янтаря, почему их не оказалось на нашем месте, я пока не в курсе. Будем искать. Вот. Это у нас что? Записки для Сахарова, да, я взял? Да, их надо три. То есть в трех лабораториях ищем эти записки. Одни мы нашли с вами. Замечательно. Сейчас я буду искать сейсмокарты Янтаря. Побегаем здесь. Ну, чтобы время не терять, на паузе буду обыскивать все. Как найду, включусь. Так, ну отлично. Долго нам не пришлось искать. Они прямо здесь. Можно было даже запись не отключать. Поменяли они, короче говоря, место. Внизу их не очутилось, но... В аккурат здесь у нас и дневничок для Сахарова, и, соответственно, дипломатик для фаната. Значит, все, в принципе, с лабораторией закончили. Что сейчас делаем? Мы вроде как по планам собирались уже на АТП выходить. Но дело в том, что у нас, давайте-ка забежим, не поленимся. Во-первых, про тайничок Костику расскажем на армейский. Да я отдам радиостанцию. Чем мне ее таскать? Как-никак 15 килограммчиков, согласитесь. По-быстрому это будет одно мгновение. Одна нога там, другая здесь. На армейский и после армейских уже двинем сразу же на АТП. Будем работать там. Квесты различные выполнять. А здесь мы завершили. То есть для изумрудный выверт нашли. Ой, кровь камня, или как он там называется. Артефакт для кругляша. Сняли сейсмокарты. Плюс забрали дневничок для Сахарова. Сейчас спускаемся. Сдаем изумрудный выверт. Артефакт кругляшу. И двигаемся сразу на армейский. После армейских АТП. Таков план на серию. Погнали. Так, великолепно. Выбрались мы на поверхность. Значит, план действий я вам вроде как обрисовал, но давайте более подробно. Так, надо аккуратно бегать. Вроде как аномалии, в принципе, явственно выражены, да? Тем более ночью их видать очень хорошо. Но все-таки тут тоже спешить не стоит. Вообще, как я уже говорил, по зоне нежелательно бегать, носиться. Вляпаешься, все, там уже просто поздно будет. О чем-либо думать, да? Соответственно, что мы делаем? Сейчас сдаем этот артефакт, получаем детектор и отваливаем с этой локации. Я забегу в бар на паузе, соберу все стволы, будем перемещаться по-быстрому на армейский. Тоже там пятиминутка. Забегаем, сдаем квест волку, перетираем с Костяном и двигаемся быстро на АТП. Как я уже говорил, будем перемещаться. Я хочу там повоевать с бандюками. Обожаю бой, там интересно. Штурмовой особенно. Так, здорово еще, кругляш. Здоров, Дон Кихот зоновский. Держал свою загадочку. Опа, так вот ты какая изумрудная. Держал детектор, думаю, пригодится. Так, ну все, тут с Сахаром тоже не вижу смысла у нас пока. Для кругляша у нас с вами еще квест на призрака, да? Кархари он просил заскочить по этому, как его, по системнику. Но это чуть позже, когда будем на этих, на армейских. Сейчас же я перемещаюсь в бар, там потом увидимся, наверное, уже с вами, так сказать, на армейских складах. Так будет, наверное, лучше. Так, замечательно, вот мы и на армейские склада. Короче говоря, побегал я тут, поторговался со скрягой. Пока бежал до точки, пацанам сюда, возникла идея. Играем-то онлайн, я особо не продумываю план действий, поняли, да? То есть по месту. Дело в том, что я вспомнил, у нас же тут гавр, поэтому АТП, наверное, откладывается. Сейчас будем решать вопросы по клыку. Квест поиски убийц клыка, помните, да? Ну, там я для новичков просто говорю. Сейчас сдадим квест и бежим обратно, решаем все вопросы с гавром, да? Соответственно, на АТП уже будем, наверное, в следующее выдвигаться. Потому как работы нам хватит. Там гавр, по-моему, сразу информацию не выдает. На него надо будет поработать пару квестов. Так, волчара, здорово. Кстати говоря, Костик пока еще в баре. Нашел я Толика. Что с ним? Где рация? Рация вот, держал. А вот Толик, заячья душа, мать его. Как увидел кровососика, так сверкнул пятками. Ползоны, подумала, выброс начался. Ха, то-то я смотрю, выбросы чаще пошли. Значит, про аномалии. Я только знаю, как электру схлопнуть. Нужно в нее рубиновую батареечку накинуть. Возможно, и с другими аномалиями можно так поступать. Нужно способы искать, сам понимаешь. Слушай, я по поводу задания. Уничтожить логово, ну это я мелочное брал. Все, отлично, пока с волком. Так что откладывается ТП, бежим обратно, значит, сейчас к пацанам и решаем вопросы с гавром. Видите, как я вовремя вспомнил, соответственно, ну, то есть,
намечал, ну, то есть, изначально я для себя думал, что пойдем на АТП, но тут у нас же Гавр появился. После общения с информатором, кто внимательно по серии смотрит, он нам накинул то, что появился некий наемничек на территории свободы. Поэтому не поленись, заскочи и с ним по поводу клыка попробуй решить этот вопрос. Вот чем мы сейчас и займемся. Но перед этим я предлагаю все-таки выспаться. Время у нас 3:43. Прямо здесь вот на диванчике. Потому что там, или можно здесь, там эти матрасы обоссанные. Давайте, наверное, здесь покемарим. Тем более я долго не собираюсь. 3:43. В аккурат поспим, подремнем даже, да? Часика так эдак 3. Ладно, все эти заставки мы или эту не смотрел, я вот не помню. Смотрели? Большинство сталкеров в рюкзаке. Не, по-моему, эту не смотрели. Ну, давайте посмотрим. Опытный сталкер может достать из своего рюкзака контрабас. Ну нифига себе, ты там достал махину. Может оказаться даже первым. Все возможно с нашим фирменным рюкзаком для хабара. Нифига себе, рюкзаки для хабара, упакуй зону. Молодца. Ребята, блин, придумали красиво. Так, аккуратно, кушаем пару бутербродиков смелости. Мудрости, да. Ну и отправляемся к Гавру. Так, там надо будет сейчас вещички парковать, дабы эта рожа. Он и квестовые тащит, не забывайте. Не знаю, тут может в этом паке они подправили этот нюанс. То, что когда он вещи у вас снимает, он может забрать все квестовые. Поэтому в рюкзачок у нас имеется, сложим, или же там в рундучок. Но там боец, по-моему, стоит. Но это я уже как бы вперед забегаю. Сейчас в любом случае придется брать у него квесты. Просто так-то он, конечно, нам информацию не выложит. Надо, придется с ним поработать. То есть эту серию посвятим на поиски убийц клыка. Этот квест выполним. Гавр, привет! Ты Гавр, меня к тебе информатор послал. О, меченый пришел. Информатор сообщил, что ты ищешь. А, что ты ищешь убийцу клыка. Могу помочь. Ну, само собой, не за так. Нужно выполнить несколько дел для нас. Скажем так, не совсем красивых, но зато неплохо оплачиваемых. Блин, достали уже, и ты туда же. Ну, я есть. Ну, а если я тебе кое-что отстрелю из ненужного, как ты на это посмотришь, а? Сталкер, пойми, с мертвого инфы не узнать, давай-ка лучше к делу. Ты принес информатору ПДА, так вот, из него стало понятно, что в наших стройных рядах завелась крыса, мать ее. Но не из простых, а один из наших лидеров. Прямых улик против него нет, так что я не могу послать своих ребят и разобраться самим. Будут наезды, стрелки и, возможно, война внутри клана. Это нам... Не надо. А ты как бродяга посторонний, да и отмороженный на всю голову, я слышал. Как раз мне такое нужен. Болт, так зовут крысу, сейчас как раз здесь, недалеко на складах, на стоянке наемничков, которая сразу за деревней. Если ты добудешь его личный ПДА, то у меня появится доказательство его причастности к краже ПДА тирана. Ну как, по рукам? Я тебе дам отмороженным. За такие слова твоя башка в киселе вариться будет, мать твою. Ладно, принесу я ПДА, уговорил. Блин, ну ты раз уже жмешь, дожимай до конца, бля. А то поворот на 180, блядь, не это. Меня меченый иной раз поражает, обратили внимание, да? Я тебе дам отмороженный, за такие слова твоя башка в киселе. То есть начал гнуть линию, да, определенную. И потом раз, разворот на 180. Ладно, принесу в ПДА, уговорил. Вот такие вот нюансы, конечно, иной раз отмораживают игру просто. Ладно, короче говоря, в любом случае выполнять-то придется, дабы квест сдать, да? Но, конечно, диалог тоже стоит продумать, смекалочку включить, как выйти. Тогда уже, раз вы уже пишете диалог с наездом, тогда уже надо дожимать его. Такого не должно быть, что он при наезде потом разворот на 180 и съезжает с темы. Это уже несерьезно. Поняли, да, сталкер так не делает. Тогда просто убираем этот диалог с наездом, а просто там как-то маневрируем, соглашаемся или как-то, то есть, на нет сводим. Ну, то есть, тоже диалоги надо продумывать, просто так от балды писать. Молодцы все равно, ребята, там, не подумайте, писали, молодцы. Но все-таки должно это все соответствовать игре и так далее, нравам и характерам этих, ну, персонажей, за которых мы играем. Ну, и, соответственно, сопоставимо должно быть с характерами и нравами тех людей, с кем мы общаемся в игре, я имею в виду персонажей. Поняли, да, мысль, ухватили. А то это как-то несерьезно. Я тебе башку отморожу, а потом, ну ладно, я согласен, там, то есть поворот на 100. Если ты жмешь линию, дожимай до конца.
Все-таки играет молодежь, для воспитания именно такой посыл. Раз ты жмешь, идешь до конца, не съезжаешь с темы, согласитесь. А это уже съезд с темы. Ну, в принципе, Меченый понял, что иначе информацию не добыть, придется соглашаться. Ну, тогда и наезд надо убирать. Диалог с наездом неуместен здесь, поняли, да? Раз он изначально это понимает, что иначе он не получит ПДА, зачем тогда наезжать? Это глупо, блин. Короче говоря, поняли логику вещей. Видите, у нас такой, с вами такой психологический, не то, что еще помимо того, что, помимо игры, немного обсуждаем все эти нюансы игры. Потому что потом какие-то правочки будут выходить, кто-то доделает, кто-то допишет, кто-то договорит и так далее. Ладно, все, отлично, сохраняем игру. Помню этот квест, этот чудило у нас находится на заднем дворе, вот здесь, по-моему. Да, получается, получили же мы этот квест. Мозг контролера. Ну, короче, получили, да, он все сказал, притаранить посылку, он у нас получает, получается на заднем дворе, вот здесь вот, где мы именной снимали ствол, ЛР-ку, помните, да, отстреливали наемничков. Берем, наш любимый, взял я все-таки этот, ну с этим мы работали, вот, я же поменял ствол, пристегиваем прицел, и у нас с вами АК-химика, великолепный стволецкий, так сказать, сейчас опробуем. Сохраняем игру и двигаемся на точку, разбираемся с бригадой болта. Так, отлично, сохранились. Не, подожди. Иди сюда, дорогая. Мне надо Сахарову глаз плоти сдать. Подожди. Ты не беги туда на минное поле, дурилка ты, мать твою, блин, и сдохла, я сейчас там взорвусь. Кабанчиков. Так, подожди. Нету нифига. Ладно, короче говоря, нашел время заниматься ерундой. Бежим, шмаляем болта. Всю эту бригаду вычищаем. Да? Потихонечку. Или этот СВУшник взять. СВУшник мне понравился в этой сборочке. С классно сделанным. Именно его звуковой саунд. СВУшник-то обычно выглядит у нас, как всегда. Но саунд именно сделает, как иголка. Клацает, да? Ну, сейчас немного все-таки поработаем с АК-химиком. Он тоже хорош. Он тоже хорош, а там он артефакт лежит хороший. Это что у нас? Ночная звезда, у меня там две уже, блин. Две ночных. Ой-ой-ой, там сволочи. Так, дай-ка мне, блин. Да-да-да, я сейчас с вами переговорю. Перетрем, я иду. Иду уже. Так, внимательно сохраняем. Так, отлично сохранились, работаем. Будь внимательней, да, говоришь? Ну давай, дурилка ты картонная. Вот он. Ух ты, попал. Вот такой бой. Я его тоже в него, слышали, да? Зацепил. Хрен тебе, да, ну хрен. Во-во-во-во-во. Так. Уходим отсюда, уходим. Простреливаемая позиция. Присел. Блин, там только собачки, чтоб не отреагировали. Так, тихо. Работаем. Да, неплохо он мне засандалил. Видели, да? Блин. Стоять, не двигаться, сволочь. Блять, электро, а. Отваливаем, братва. Пошел в баню, дурилка мне. Где она там? Электро, сволочь, блядь. Давай-ка их на них выведем. Она сейчас их пожрет, их всех. Почикает, блин. Тихо. Вон она. Да куда ты стреляешь? Сейчас тебя сожрет химерка. Не, ее придется отстреливать. Она на нас реагирует. Вот. Так, тихо. Бежим. Оббегаем это дело. Где она? Блин, ты посмотри какая, 7,92 калибр. Отлично. Ну, потому что глушитель надо убирать, поняли. Благо я патрончиком запасся. Тихо. Тут боевички. Благо я патрончиком запасся. Так, тихо. Еще делаем сохранку разок, блин, вот здесь, вот он. Блин, там контролер. Бежим. Открытая позиция, могут завалить. Сейчас сохранимся, там еще контрасос. Ну ничего. Ничего страшного. Сохраняемся. Так, отлично, сохранились. Работаем.
Тихо, вот он. Тихо, тихо, тихо. Тихо, тихо, летит, летит, летит. Меняем позицию. Не стоим на одном месте, я вам говорил, да, убил. Блять, вот он приложил, на него выпал. Еще разок. Сразу убивает, поняли, да? Так, великолепно, еще разок. Так, значит, он с той стороны. А вон, 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 какой-то один ползет. Стоять. Отлично положили. Бежим, бежим, бежим. Сейчас я в этот раз ему не дам такой возможности, блин. В этот раз я тебе не дам, приятель. Прям здесь его встретим, блин. Тихо. Они могут и с другой стороны пойти, блин. Тихо, тихо, аккуратно, братва. Слышите, да, он сюда бежит. Вот он. Лежать, не двигаться, дятел. А, сука. Повезло, перезарядка. Лежать. Тихо. Еще один. Так, подожди. Бежим, 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 бежим. Меняем позицию, на одной не стоим, не забываем. Отсюда заходим, блин. Отсюда заходим. Там же толпа еще ползет, блин. Вон он. Лежать, не двигаться. Блин, собак еще не хватало, а. Тихо, там, по-моему, помимо собак еще есть. Так, с этой стороны обойдем, блин. Блин, побежали, побежали. Я вижу, он сейчас... Сейчас я его встречу отсюда. Отсюда встречу. Видели, да, он? Веселее, веселее. Давай, 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 давай. Вот он идет, 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 идет. Сейчас выйдет. Блин, не хочет, сволочь. Тихо. Блин, а. Они на собак отвлеклись, отлично. Вот он. Вон он. А, это собачка. Блин, да как вы мне дороги, а? Как вы мне дороги, блин. Тихо. Блин, не перемахивать. Ну что же такой корявый меч? А, во-во-во. Тихо. Лежать, не двигаться, дятел. Отлично сработали, блин. Так, потом будем обыскивать. Дальше работаем. Сюда вот отбегаем. Сейчас идем пост зачищаем. Защищаем постецкий. Там у нас, во-первых, контролер. Меняем ствол. Все, неплохо показал себя АК-химика. Просто великолепно показал. Строчильничек наш, да? Сохраняем и дочищаем. Так, замечательно. Сохранили. Давайте, наверное, отсюда сверху с косогорчика я их возьму, блин, нет? Поближе туда подтянемся. Тут же где-то влияние контролера еще рядом, да? Наверное, в деревушке находится, надо будет. Да, вот он появился, осматриваем. Надо будет его сейчас отстрелять, потому как не даст покоя. Блин, еще какой-то... Ой-ой-ой-ой, кто бежит, вы посмотрите, блин, побежали отсюда. Видели, да? Это этот серый, по-моему. Где он? Это, по-моему, серый кровососик. Короче, надо чистить, они не дадут покоя, блин. Я имею в виду, давайте-ка почистим. Мне этот контролер просто не даст покоя. С болтом я не смогу разобраться, блин. Только бы понять, где он есть. Так, тихо. Блин, он где-то здесь уже, отходим. Ой-ой-ой-ой, он, вот он. Ой-ой-ой-ой-ой. Попал. Пошел ты в задницу. Я отсюда бегу, блин, его. Да, все это не вовремя. Мне надо с болтом проблемы решать. Еще на нечисть отвлекаемся. Ну а как вы хотели? Тихо. Бля, кровосос бежит. Иди сюда поближе, приятель. Давай, 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 давай. А что ты не хочешь? Тут и кровососов пачка. Бюреров, блин. Так, бюрера свалили. Короче, я быстро эту скушаю. Она, бля, подымает сразу, блин. Не пожалею, сейчас будем контролера валить, блин. И там еще и кровосос. Блин, а где этот кровосос, падла? А, его сожрали, его сожрал кто-то. Отлично. Кровососика сожрал, видимо.
Непонятно кто, блин. Ну нам же проще, блин. Так, это кто? Тут кровосос еще бегал, да? Где-то рядом. Все, теперь тут чисто. Пойдем отстреливать болта бригаду, блин. Да? А может я еще... Тихо. Может я сейчас со штурмовым поработаю? Ну-ка. По-быстрому отшмаляю. Что-то мне со снайперским отстреливать. Сейчас я со своим химика сработаю, блин. Так что у нас... Давай-давай, по одному, блин. Стадо. Лежать, не двигаться. Минус один. Что там нам со снайперской отстреливать 3 часа? Это ж все-таки противничек-то не такой прям уж. Отлично. В штурмовую куда поудачнее, блин. Все, да? Ты что там уснул сидишь? Твоих друзей валят направо и налево. Он сидит там, ворон считает. Так, ну все, нормально, сработано. Сработали, сейчас обыщем. Болт где-то здесь у нас, да? Вот он, Петруха бешеный. Детектор аномалий, блин. Где болтяра-то ваш? Босс, так сказать. Подожди, еще кого-то я не обыскал. Так, ну Петруха бешеный, понятно. Значит, болт где-то там сейчас будем искать. Трое всего у вас, что ли? Гришка Рэмбо, мать твою. Да, сивый. Все, выдвигаемся. Болтяра, значит, где-то я его там положил, блин. По пути будем искать трупы, ну, то есть осматривать. Где-то, наверное, вот здесь вот он находится. Вот, допустим, это кто? Бешеный. Далее, вот этот вот труп надо посмотреть, блин. Болт! Отлично! Болта, кстати, мы сразу срезали. Болта мы сразу с вами срезали, да? Моментально, блин. Ара, ну это старые боевики. Так, сейчас там... Ну все, в принципе, можно отходить. Отходим, бежим сейчас к этому, гавайцу. Ой, гавайцу, к этому. Так сказать, гавру, да? И, по-моему, там еще какой-то квест он даст нам. Какой-то квестик будет, блин. Выхухоль. Женя авиатор. Да, неплохо сработали. Без шума и пыли, так сказать. Положили всю свору. Так, отходим, бежим до гавра. Сдаем квест. Сейчас перетрем, посмотрим, что он нам в этот раз скажет. Там, по-моему, я вспоминаю, вроде как еще одно задание... Там на бол... Ой, на болотах говорю. На радаре, по-моему, да? Что-то надо будет сделать. Сейчас посмотрим. Так, ну что, Гавр, там все тихо, мирно прошло. Слушай, ты орел с курятника. Ты куда послал меня? Там же снайпер на снайпере сидит и снайпером погоняет. Мог бы и предупредить. На, держи. Обидно мне до изнеможения слушать это паскудство. Я человек... человек. Я человек с легко ранимой душой и тонкой конструкцией. Сам знаешь, что зона — это сплошные неожиданности и неприятности. Ладно, дело нужное сделал. Вот тебе пятак на водку и катись куда хочешь. Так, подожди. Ну, Гавр, что дальше? Дальше, меченый, дело такое. В общем, один из монолитовцев должен был добыть очень важные документы и передать их нам. Однако связь с ним буквально недавно оборвалась. Его ПДА не отвечает. Последнее сообщение было от него, когда он был на выжигателе.
Был выброс, и мы думаем, что он мог спрятаться в самом бункере выжигателя. Твоя задача — найти его и взять документы. Надеюсь, понятно. Тем более нам известно, что ты получил от ученых шлем, который защищает от пси-излучения. Так, ну сомневаюсь, что монолитовцу страшен выброс. Берем это задание, но сейчас туда не идем. Наверное, будем выдвигаться на АТП. Потом у нас по научной не получится, потому что это задание надо будет выполнить, да? Но там же у нас еще какие-то документы нужно найти. А, ну все правильно, идем, тогда идем. Просто я собрать хотел квесты на лабораторию, чтобы не только идти за этим. Но там еще какие-то квесты есть, я помню. Плюс документы для Сахарова, также в X10. Так что, наверное, выдвигаемся, раз мы рядом уже здесь находимся, почему нет? Выдвигаемся, берем этот... С вами на радар и выполним этот квест. Заодно заберем там документы с этой лаборатории. Проведаем радар, да. Давно мы с вами не выходили на эту локацию. Как там обстоят дела? Ну, короче говоря, увидимся на радаре. Тут, блядь, такая жесть на этом радаре творится. Ой, радаре, блядь. На барьере вообще такая жопа. Я 10 контрасосов. Посмотрите, что творится. Как мне... Это просто нечто. У меня гранат даже нет. Не-не-не. Хорошо, что я мощный с собой взял этот. Мощный дробовичок взял, блин. Братва, да? Хантер этот. Потому что с ним, то есть... Видите, да, сколько химеры различной нечисти. Да пошли. Блин, она же бьет током. Так, тихо. Отлично. Отходим. Да, потом будем лечиться, она меня все равно. Просто я не хочу сейчас. Тихо. Тихо. Ну давай, уже хромаешь, дохни ты, а. Но... Уже ж хромает, смотрите. Отлично. Уработали. Так, что-то плохо мне. Скушаем, видите, да, что тут творится на барьере, а то я увидимся на радаре. Тут на барьере дел немерено, гляньте. Да пошел ты в баню, блин. Дятел такой. А видели, я срезал сейчас коготь. Это благо, что отойти можно здесь. Но вообще это несерьезно. Надо было этот патч фикс не делать на то, чтобы в процессе срезания он мог отойти от тушки. Так не делается. Раз срезаешь, все уже. Достал нож, срезаешь. А то отошел, блядь, и бежишь. Меня, по идее, должны они были сожрать. Вот сейчас просто сожрать. Но я в процессе срезания отошел. Лежать, не двигаться. Все там, а этот ходит там, видели, да, свободовец, как ни в чем не бывало. Тут, блин, столько нечисти, нет бы помочь, так сказать, поспособствовать отстрелу, блин. Они тут это, ерундой страдают. Посмотрите, сколько боевиков наших положили, блин, пистоны различные. Ой-ой-ой, пистонелла, мать твою. Но это я уже губу раскатал. Губу. Короче, я сейчас на паузе все это продавать побегу. Ждите, братва. Ждите. Так, все. Увидимся, короче, на радаре. Я сейчас все распродам. Поняли, да? Увидимся на радаре. Я думаю, больше нечисти тут нет, блин. Так сказать. Еще сейчас более тщательно обойду, тут осмотрю все. И сбегаю, не поленюсь к скряге. Так, великолепненько. Вот мы и дома. Берем СВУшник, наверное. Так. Ага, ну этот пока пусть будет. Так, сейчас будем работать. Тут явно нас встретить должны, да? Как вы думаете? И кругом артефактов немерено. Кристалл, отлично. Там вон военные уже, да? Появились, блин. Стоять, не двигаться. Один он был, нет? Короче говоря, сейчас, наверное, через лес пойдем, кое-что заберем там. Все равно по пути, блин. Блин, а. Приятель, повезло тебе. Лежать.
Так, ну да ладно, этим дочистим, если что. Этим дочистим. Ага. Так, неплохо, неплохо двинулись. Так, ну в принципе врагов-то тут, я не думаю, что по новой появились, да? А, то есть можно свободно через лес прогуляемся, наверное. Так, сколько у меня всего хватит? По идее должно хватить. А, заодно усяко заберем контейнер. Помните, да? Я же в прошлый раз почему не взял? Там у нас перебор был или перегруз. Короче говоря, контейнер для сидора не брал я, да? Поэтому, наверное... Поэтому, наверное, заберем контейнерок усяко. Так сказать. Да что ты укусить уже не можешь, а? Я специально... Ну, смотри, смотри. Иди сюда, дурилка. Они уже и кусать не хотят. А раньше, помните, как мы боялись собак? Могли яйца только так откусить. А сейчас уже Мечен у нас опытный, блин. Нам ему собачки ни о чем. Так сказать, и хвостов практически не дают, да, ни одна собачка, блин. То есть, что, наверное, архаровский заберем, что там, ноут, по-моему. А, потом всяко контейнер возьмем, снимем документики, дневник для Сахарова снимем в этом, в X10. Такой план на этой локации. А, ну, заходить в лес, я даже не знаю, можно было сразу, может, там нырнуть. Давайте, почему нет, отсюда пойдем в лес, да, у нас получается местность... Ох ты, лаборатория X... А, подожди, это что такое? А, ну то, что там тайник, блин. Брошенный рюкзак пришлось бросить. Понятно. Короче говоря, проникаем. Обходим эту территорию. Снимаем здесь ноут, да? Снимаем ноут и выходим с этой стороны. Нормально, погнали. Там, наверное, нечисти. Мама, не горюй. Ну, развлечемся, что? Пошмаляем, так сказать. Просто так-то бегать не резон. Зато, так сказать, отведем душу, да? Я люблю... Ну, не знаю, насколько получится сейчас отвести душу, блин, в этом паке. Может быть, тут столько мутантов, что мама не горюй, блин. Зря я сюда, может, пошел. Собачки вон уже бегают. И радиация, мама не горюй. Да-да-да, целая свора. Давайте отстреляем. Целая свора собачек, блин. Так, тут радиоактивная зона, дай-ка я подальше. Отбегу. Во, вот тут получше я себя чувствую. Идите сюда. Я порезвимся. Там еще эти фантомы, да? Там еще фантомы, я смотрю, немерено, блин. Отлично. Снорков также куча здесь, я помню. Так, нормально. Тихо. Не спеши. Не спешим. Блин, там эти фантомы, она. Давайте-ка псевдо завалим, потом я их осмотрю. Потому что она не даст покоя, блин. Это псевдо-собачка. Где она здесь? Ладно, короче, намеренно я ее бегать не собираюсь по лесу искать. Идем уже на точку, блин. Во-первых, сохраним игру, наверное. Сохраним игру. Так, великолепно. Ну, погнали потихоньку, да? Пробежимся, наверное. Ага, там зомбированных море. Блин, единственное, знаете что? Я же не взял этот. Гранат не набрал. В баре был там на обмен у этих. Купить можно было. Что-то я, блин... Поспешил, так сказать.
Я даже, наверное, вас, ребята, обыскивать не буду, блин. Да? Так, вот, где-то в этой местности сейчас мы снимем нужную нам... Блин, там, по-моему... Бюреров пачка, придется отстрелять. Вон они. Тихо. Блин, кровосос. Кровососик, дорогой. Ты мощный? Ты мощный у нас? А, он нифига не мощный, обычный. Слюнтяй, так сказать. Но зато с красной щупальцей. Кровососик слюнтяй, да? И бюрер. Разорался, раскричался. Подожди. Хваталочка. Может его в хваталочку загнать? Этого бюрерка. Где он? Вот он. Отлично работает наш хантер. Достаточно одной таблеточки в голову вам. Еще и красная рука. У меня, кстати, немерено там уже накопилось. Смотрите, там псевдо жрет зомбированным. А, не псевдо, а этот. Не псевдо. Так. Стволики, пожалуй, соберу. А вот вас обыскивать я что-то не буду. Нет желания у меня. Так, ну хорошо. Вот мы и на точке. Сейчас снимаем искомую вещицу. И отвариваем. Так, подожди, он где был у нас? А, я сюда. Блять, там аномалия какая-то. Дай-ка я от греха еще разок сохраню, блин. Так, отличненько. Погнали, осмотрим. Пацаны, я забыл уже, где у нас этот ноутбук архаровский лежит. Тысячу лет же уже не играл. Не на вертолетике случай. Не, на каком вертолетике? Во-первых, тут радиация, мама, не горюй, блин. В чемоданчике, может? А, вот. Вот, красота, ноутбук Архар. Я, блин, вертолет. На вертолетике потом мы что-то другое снимаем. Ну, черканете. Просто, видите, тысячу лет же не проходили, поняли, да? Я так для себя вспоминаю. Подожди, во-первых, надо подпитаться. Антирадиков у нас немерено. Давайте скушаем один. Вот он, антирадик смелости, бутербродик храбрости, пивко размеренности и шоколадка мудрости. Не вижу, шоколадку не взял, что ли? Как ты так шоколадку не взял? Все, отлично, ноутбук Архары на руках, чтобы по 100 раз. Я просто вспоминал, на вертолете, по-моему, тоже мы какой-то или тайник там снимаем, или что. Там квестов немерено связанных с этой местностью будет потом. Поэтому... Двигаемся. Все, выходим и отправляемся, наверное, в сторону лаборатории. Начинаем работать там. То есть, что мы там делаем? Для сахара... Тихо. Для сахарова ищем плюс. Для гавра работаем. Ну, в общем и целом, двигаемся по локации радар.